Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Ва саллаллаху тааля ва саллама аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма ла илма лана илля ма аллямтана иннака антал алимул хаким. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфауна бима аллямтана ва зидна илма. Ва аринал хакка хаккан ва разукна иттибаху ва арина баатила баатилан ва разукна ичтинабаху. وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям однажды, обращаясь к людям, сказал следующее: هل تسمعون ما أسمعوا? Вы слышите то, что я сейчас слышу? И далее посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорит: «Ат-атис-сама» — небо, говорит, сейчас кричит. «Вахаккун лаха ан-та-итта» — ну, она, говорит, по праву кричит. Небо. То есть она имеет на это право. И далее посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорит: клянусь тем, в чьей власти находится моя душа, нету на небе, говорит, ни одного места с размером арбау асаби, ну, четыре пальца вот так. Вот такого пространства на земле нет, на небе нету. «Илля ва малек саджидун лиллах», кроме как на небе есть ангел, который находится в сужде, «ау каим», или же ангел стоит, «ау ракиъ», или же в рукуе находится ангел. Вот так небеса переполнены ангелами, которые кто-то на сужде, кто-то на рукуе, кто-то стоя, совершают поклонение Всевышнему Аллаху. Вот такого пространства нету, говорит, на небе. И далее посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорит: «Валяу та'алямуна ма а'лям», если бы вы знали то, что я знаю, «ля захиктум калилан, валя бакайтум кафира», вы бы очень мало смеялись бы и очень много плакали бы. Если бы вы знали то, что я знаю, говорит посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. И далее он сказал: «Валя харачтум», вы бы вышли бы из дома, из своих мест, выходили бы, поднимались бы на горы и кричали бы, плакали бы, обращаясь к Всевышнему Аллаху, «Хауфан мин азими сутуватихи», боясь величия Всевышнего Аллаха и боясь, насколько сильным будет наказание Всевышнего Аллаха, сказал в этом хадисе посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. То есть, какой азаб, какое наказание Аллах уготовил, насколько страшным наказанием, если бы вы за свои грехи знали бы, что вам предстоит на том свете, то вы бы, говорит, выходили бы, поднимались бы на горы и кричали бы, обращаясь к Аллаху, плакали бы перед Всевышним Аллахом, понимая, какое величие Всевышний Аллах имеет и какое сильное наказание Он приготовил. Сколько людей из нас, когда совершают грех, куда-то идут или поднимаются, как сказано в хадисе, и обращаются, плача ко Всевышнему Аллаху, понимая, насколько сильным наказание Аллаха, и как мы вот так таубу делаем. Сколько среди нас таких есть? Сейчас, после совершения греха, кто-нибудь так делает? Кто-нибудь убегает за город, например? Среди нас есть брат один, он мне рассказывал, что он раньше
когда совершал какой-то дурной поступок, грех, ошибку, он уходил от людей, убегал от людей и плакал, кричал, понимал, что он совершает грех, понимал, что он ослушивается Всевышнего Аллаха. Это что? Это же тауба. Это и есть тауба искренняя, когда человек сожалеет глубоко в сердце, какой он грех совершил, перед кем он совершил его, и что его ожидает за этим. Вот этот хадис, если бы вы знали то, что я знаю, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит, вы бы мало смеялись и много плакали. Запомните этот хадис. Был один ребенок, это, не знаю, 10-15 лет назад, наверное, он, вы тоже слышали по телевизору, на теле этого ребенка выходили аяты, хадисы. Все же слышали, да? Видели. Со всего мира туда съезжались ученые, люди, посмотреть на этого ребенка, действительно ли это так. Ну, и врачи доказали, и уляма и сказали, что это хак, это истина, эти по воле Аллаха на ребенке появляются аяты и хадисы. Я запомнил вот этот хадис. Посмотрите, вы тоже в интернете это есть. На руке у этого ребенка вышел хадис, буква-буква вот это, на арабском языке. Его родители не знали, да писать не умели на арабском, если кто-то скажет, что он писал. Там было написано «Валяу та'аламуна ма а'аламу», если бы вы знали то, что я знаю, «Ла захиктум калилан, ва лабакайтум кафиран», вы бы мало смеялись и много плакали. Как будто бы Аллаху Та'аля хочет побудить людей. На живом человеке, чтобы это выходило в хадисе, а это в истории, говорит, не было. Но было после смерти на имама А'зам, Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, когда он умер, тот, который мыл его, гуслу купал его, он заметил, на его теле выходили аяты Священного Корана. Вот так же, как на живом ребенке. Но на живом примера такого, говорит, не было еще в истории. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, видел, что ожидает умму в будущем. Когда был на Миараджи, Аллаху Та'аля ему показал и джаннат показал, и азабы, которые будут, и вознаграждение джанната. И джаханнам тоже показал. И какие наказания ожидают, в джаханнаме тоже показал Всевышний Аллах своему посланнику, саллиллаху алейхи вассаляму. В другом хадисе имам Бухари приводит этот хадис, достоверный хадис. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Лау я'аляму л-му'мину бикулли л-лази инда Аллахи мин аль-азаб». Если бы верующий человек знал все наказания, которые Аллаху Та'аля уготовил, «Лам я'ман мин ан-нар», он никогда бы не, правильно на русском языке будет, он никогда не перестал бы бояться огня ада. Если бы он знал, узнал бы, какие азабы, все азабы Аллаху Та'аля приготовил, он никогда бы не перестал бы бояться огня ада, говорит посланник Аллаха, алейхиссалям. То есть уверен не был бы от огня ада. Также в достоверном хадисе посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда к нему был ниспослан аят, где Аллаху Та'аля амру делает пророку, алейхиссаляту вассалям, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ты предостереги своих близких родственников. Есть аят такой, пророку, алейхиссаляту вассалям, Аллаху Та'аля говорит, ты предостерегай своих ближайших родственников. Что тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сделал? Он обратился и сказал: «Я маашар Курайш, о Курайшиты, вы выкупаете себя у Всевышнего Аллаха. Вы выкупаете себя у Всевышнего Аллаха. Ла агни анкум мин Аллахи шайан, я вам ничем перед Аллахом не смогу помочь. Спасайте себя». И далее сказал: «Я бани Абди Манаф, о народ
дети Абдуманафа, я вам ничем не смогу помочь. Выкупайте себя у Всевышнего Аллаха. Я Аббас, о Аббас, дядя посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, я ничем не смогу тебе помочь перед Всевышним Аллахом. Выкупай себя. Я Сафият, о Сафият, тетя посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. Ля агни анки мин Аллахи шайан, я тебе ничем не смогу помочь. И потом дочери своей сказал, я Фатимат, о Фатимат, салини мин мали ма шиити, ты у меня попроси из моего имущества, что ты хочешь. Вот сейчас, что тебе надо, попроси у меня, говорит посланник Аллаха дочери своей. Ля агни анки мин Аллахи шайан, потому что я тебе перед Аллахом потом ничем не смогу помочь. Сказал саллиллаху алейхи, своей дочери Фатимат сказал. То есть каждый из нас должен спасать свою душу. Каждый из нас должен выкупать свою душу, совершая ибадат, совершая поклонение, остерегаясь запретов Всевышнего Аллаха. Сохранять и спасать должен каждый душу, потому что каждый станет перед Всевышним Аллахом. И в конце скажу, Абдулла ибн Амр ибн Ас, радияллаху анху, у него есть такие слова. «Лиан адмаа думаат мин хашьятиллахи», чтобы у меня, говорит, одна слезинка от страха перед Аллахом пролилась для меня любимее и желаннее, чем я, говорит, садака отдам 1000 динаров, 1000 золотых монет. Чем эта садака отдать, для меня, говорит, любимее, чтобы одна слезинка из-за боязни Аллаха, говорит, у меня пролилась. Также в другом хадисе говорится, то место, куда коснется, говорит, слеза человека из-за страха перед Аллахом, это место, говорит, огонь ада не коснется. И два глаза в судный день, говорит, не будут испытывать страх перед Всевышним Аллахом. То есть они будут спокойны. Это глаза, которые плакали из-за страха перед Всевышним Аллахом. И второе, когда они на пути Всевышнего Аллаха стояли ночью, бодрствовали на посту, на пути Всевышнего Аллаха. Поэтому, дорогие братья, каждый сейчас себе тоже задайте вопрос, как я боюсь перед Всевышним Аллахом, какой страх у меня перед Аллахом. Как я, когда грех совершаю, таубу делаю перед Всевышним Аллахом. Какое у меня таубу? Сожалею ли я так, как описано в хадисах, как это боялись праведные предшественники? Проливаются у нас слезы из-за страха перед Аллахом, когда мы совершаем грех? Нет же? Поэтому нам надо бояться. Мы должны находиться между страхом Всевышнего Аллаха и между надеждой на Его милость, на рахму. Поэтому дай Аллах тауфик, чтобы мы, братья, искренне делали таубу перед Всевышним Аллахом. Дай Аллах, чтобы мы, вот этот Ибн Самак, ученый есть такой хороший праведник, историк, в истории большой праведник. Он, вот нам тоже надо своему нафсу иногда вот так говорить, вот обращаясь к себе самому. Он, оказывается, говорил нафсу, «Таку лейна кауля захидин». Ты, говорит, такие слова говоришь, как захиды говорят, то есть отреченные от мирского, такие богобоязненные люди, которые говорят, ты, говорит, нафс, такие слова говоришь. «Ватаамалина амалян мунафикин», но амал, говорит, у тебя как у мунафика. Ты говоришь, как будто праведный, но амал, говорит, у тебя как у мунафика. Вот так он себя упрекал. И ты еще, говорит, хочешь джаннат получить после этого. Поэтому надо нафс упрекать каждый день, замечания делать и следить за собой, насколько искренний у тебя амал и насколько соответствует тому, что ты говоришь. Поэтому дай Аллах тауфик, в первую очередь дай Аллах богобоязненность мне и вам, дай Аллах нам искреннее покаяние, чтобы мы хотя бы чуть-чуть плакали перед Всевышним Аллахом. Вальхамдулиллахи, Раббиль Алямин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.